не потянете финансово, как одна возьмите? Да, дорогой. Спасибо. Нам федерации нужны спонсоры. Это, наверное, ко мне. Так, да. Я могу. Знаете, мы я в прошлом году через средства массовой информации дал такую идею, что Андрей Геннадьевич достоин какой-то прощальной церемонии из баскетбола. На что Андрей Геннадьевич через некоторое количество дней тоже через средства массовой информации мне ответил, что время к этому еще не пришло. Вот. И как оно придет, тогда мы, безусловно, это сделали. Но сейчас вот мы консенсуса в этом вопросе не достигли. И захочет Андрей Геннадьевич, мы обязательно организуем. С нашей стороны мы приложим все усилия, чтобы все прошло красиво. А уж сколько народу придет, это мы посмотрим. Это зависит от того,